Дома культури. Так, друзі мої артисти, завтра у нас прем'єра. Да. І сьогодні у нас генеральна репетиція. Да. Так вот, друзі мої, я решил внести в нашу постановку небольшие, но очень существенные изменения. А вот так зритель должен поверить, что существует правда на сцене. Какой у вас текст, Уткин? Да как обычно. Какой? Кушать подано. Да, действительно, как обычно. А у вас, Селедкин? Как я эту водку ненавижу. И отставляю ручку. Так вот, Уткин, так вот, Селедкин, водка у нас будет настоящая. Гениально! Но вы не отставите рюмочку. Нет, вы ее выльете на пол. Гениально! И зритель поверит, что правда на сцене существует. Ну что ж, начнем. Где помощник режиссера с водкой? Витенька, Витя, давайте водку. Витя, что случилось? Я вам 10 минут назад дал полную бутылку водки. Где водка? Вычухалась. То есть как это вычухалась? А может дырочка где? Черт знает, что такое бардак. Так, все, давайте, приступаем. Садитесь, вы барин. Да-да. Посидите, мы весь такой в мыслях. Значит, слуга подносит кушать подано, как я эту водку ненавижу, и выливайте ее на пол. Внимание, начали. Кушать подано! Как я эту водку ненавижу! Ты на дух переводишь! Селедкин! Там тверч! Прошу прощения! Автоматически. Вы должны были выйти, выйти они сюда. Борис Иванович, можно еще? Давайте. А можно я вот сначала вот так вот вылью, а потом скажу? Давайте, выльете, а потом скажите. Так, Уткин, ну-ка, соберитесь, дайте вот эту вот экспрессию. Да. Внимание, начали. Кушать подано! Выливай. Ну что, брат, дух переводишь? Я автоматически попрошу. Меняйтесь с Уткиным местами. Что? Меня на второй роли? Да. Вот он мой звездный час. Черт знает, что такое. Бездны. Так, все, приступили. Давайте. Вы сидите, вы барин, вы весь такой во мыслях. Вы такое умное лицо сделали. Но не такое. Вот, нормально. Слуга подносит кушать подано, как ее это будет. Я знаю, не знаю. Поехали. Что? Это по тексту. Кушать подано. Как я эту водку ненавижу, а мне, барин, нравится. Алкоголик! 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 С вами? Черт знает, что творится, налейте водки ему. Ну, завтра премьера. Вы должны выпить, вылить эту водку. Вылить на пол. Прямо в зал. Вы должны сказать. Ты как я сейчас скажу эту водку. Я ненавижу. Берите водку. Беру. Говорите. Говорю. Как я эту водку ненавижу. И выливаете. И выливаю. Ну, выливаете же. Ну, выливаю я ее. Я не понял, вы выливаете или не выливаете? Да лью я, лью. Давайте скорую, тут человеку плохо! Нет, Борис Иванович, тут как раз человеку хорошо!
Черт знает, что происходит. Ну-ка, налейте мне водки. Я сейчас вам покажу, как это делается. Ну что ж такое, одни алкоголики да пездари вокруг. Вот я барин, вот водка, я сижу весь такой в мыслях. Говорите! Кто? Оба! Кушать подано! Учитесь, бездари, как я эту водку ненавижу! Автоматически! Так ты серьезно, господа? Я понял. Что? Все дело в водке. Меняем на коньяк. Виденька, где у нас коньяк? Вычухался. То есть как это вычухался? Может, там дырочка где? Так, господа, где у нас коньяк? Не вычухался. Бухнете. Ну что ж, как сказал великий Станиславский. Вам? Мне! Мы артисты. И наше место в буфете. Буфете. За мной, господа, за мной.